В Нижневартовске отменили прямые авиарейсы в Санкт-Петербург. Раньше из столицы Самотлора раз в неделю летала авиакомпания ЮТР. Пятичасовой перелет появился в расписании в сентябре прошлого года, но просуществовал недолго. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что рейс не получил субсидию из федерального бюджета. Теперь вартовчане смогут добираться в северную столицу только через Москву. Это на 2-3 часа дольше. Также из расписания пропал прямой рейс Нижневартовск-Екатеринбург. В главный город Урала можно попасть только с пересадкой в Ханты-Мансийске. Но здесь есть альтернатива. Из столицы Самотлора в Екатеринбург летает еще одна авиакомпания. Отмечу, что ЮТР добавила в свое расписание прямые рейсы из Нижневартовска в Омск и Тюмень.